одновременно вылетает за порог. Вылетает за порог, смирив, сбивает с ног. Неужели это Вова, просыпавший весь урок? Неужели этот Вова 5 минут назад ни слова в доске сказать не мог? Если он, то, несомненно, небольшая перемена. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он поставил 3 подножки Ваське, Кольке и Сережке. На перилы сел верхом, лихо шлепнулся с перил. Затыльник получил, сходу дал кому-то сдачу, попросил списать задачу. Словом, сделал все, что мог. Ну а тут опять звонок. Вова в класс придет и снова. Привет, не крица на нем. Ничего, вздыхает Вова, на уроке отдохнем. Ну что же мне делать с ней? Честное слово, все равно и в пеналку не лезет Петрова. То ластик возьмет, то цветной карандаш. Ну как же соседке по парте не дашь? Да мне и не жалко, когда возвращала. Я скоро совсем окажусь без пенала. И вот в понедельник на первый урок вместо в пенале живой уголок. Но у тех червячков я пристрою толков. Не любит живую природу Петрова. Сразу караул! Ольга Николаевна, он меня толкнул. Ой, я укололась, слышен сонный голос. Мне попалось что-то в глаз. Я пожалуюсь на вас. Дома снова жалоба. Голова болит. Я бы полежала бы, мама не велит. Сговорились мальчики. Мы откроем счет. Сосчитаем жалобу. Сколько будет в год? Испугалась Сонечка и сидит тихонечко. Если сразу же начать лишь 5 получать, дома скоро к ним привыкнут и не будут замечать. Потому мозги включи, пару 2 получим. Мама станет возмущаться, но не спорь, а помолчи. А потом уже опять получить ты можешь 5. Мама станет непременно обнимать и целовать. На нее тайком взгляни и стани сиди, стани. Намекай, пятерки эти, ох, нелегкие они.
точные, как яконты горят. Лишь что беда, висят они высоко. А коли как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не имет. Пробившись попусту час целый, пошла и говорит: ну что ж, на взгляд-то он хорош, да зелен, ягодки нет спелый, тотчас оскомину набьешь. Thank you.
попался. Не стыдно, говорит, средь бела дня попался. Не провели вы так меня, за это я ручаюсь смело. Он, смотришь, сам запутался в селок. И дело, вперед ты в чужой беде, не смейся, голубок. Thank you.
Thank you.
смотрите, какие чудесные летишки растут на нашей солнечной стороне. Ай, что такое? Слушай, скромство, что такое? Что за новомодная морковка у вас на солнечной стороне? На нашей огуречной грядке такой нет. И на нашей грядке с помидорами тоже нет. Ничего, ничего. Скоро я и до вас доберусь. А может быть, это сорняк? Лопата! Вон там! Там! Человеческая рука.
и сунула в карман к другим стручкам. Ну вот, теперь нас скоро выпустят на волю. Интересно, а кто из нас пойдет дальше? Впрочем, скоро узнаем, вот что будет. Крак! Что крак? Стручок лопнул, и все 8 горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони. Мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из гусиной трубочки. И вот первая горошина оказалась внутри. Лечу, лечу, куда хочу, лови, кто может! А я полечу дальше всех! А я полечу прямо на солнце. Вот настоящий ты стручок, как раз по мне. Ну, а я полечу, вот это порядок. А я, куда прилечу, там и усну. Но все равно куда-нибудь прикачусь. А я полечу вон на то дерево. А я полечу в том облако. Вот что будет, сказала последняя горошина. Взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу. Как раз под окошком чердачной каморки закатилась в щель. В щели был мох и рыхлая земля. Мох укрыл горошину. Так она и осталась там скрыта, но не забыта Господом Богом. Thank you.
почуя серого так близко забияку, все взрелись клева и рвутся вон на драку. Псари кричат: «Ах те, ребята, вор!» И вмиг воротам и забор, в минуту псарь для стола адом. Бегут, иной с дубьем, иной с ружьем, огня кричат, огня! Пришли с огнем. Мой волк сидит, прижавшись в угол зада, зубами щелкая и ощетиня шерсть, глазами, кажется, хотел бы всех вот съесть. Но, видя, тут не перестану, и что приходит, на будет его расчистить за обед. Пустился мой хитрец в переговоры. И начал так: «Друзья, чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум. Пришел мириться к вам совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, уставим общий лад. А я не только в плитке пробую здешних стад, я сам за ним с другими грызться рад. И волчьи клятвы утверждают, что я, послушай, сосед». Тут ловчий перервал в ответ: «Ты сед, а я приятен сед. И волчью вашу я давно натуру знаю. А потому обычно звонка звонок карпи и зачинетелась мировой, снявши шкуры с ним долой. И тут же выпустил на волну вольчих стаю». Thank you.
и сказала кочерга, я Федоре не слуга. А как формы бьются, над Федором смеются. Никогда мы никогда не воротимся сюда. Эй, вы глупые тарелки, что вы скачете, как белки? Вам ли бегать за воротами, с воробьями желторотами? Вы в Панаму упадете, вы утонете в болоте. Не ходите, погодите, возвратитесь сюда вы. Я ответила вас туда, было нам у бабу худо. Не любила нас она, била нас она. Запылила, закоптила, загубила нас она. И они побежали песочком, наскакали по пням и по кочкам. Бедная мама одна, и плачет она. Силы к маме на стол. На стол за ворота ушел. Смотри, на тут овощи. На кастрюлю пойди поищи. И чашки ушли, и стаканы. Остались одни тараканы. Ой, горе, святой, горе. Отсюда вперед и вперед. По полям, по болотам идет. Печальник сказал утюгу, я больше идти не могу. И заплакали блюдца, мне лучше вернуться. И зарыдала корыта, увы, я разбита, разбита. Но блюдца сказала, гляди, кто это там позади. И видят за ними из темного поля идет, ковыляет Федора. Ну чудо случилось с ней. Стала Федора добрей. Ой, бедные сиротки мои, утюги и сковородки мои. Упадите-ка не мытые домой. Я ворую вас умою ключевой. Я почищу вас песочком, хочу вас кипяточком. И вы будете опять словно солнышко сиять. А болтану тараканов я повыведу. Высоко в пауков я повыведу. И сказала стоп, небе замужно. И сказала чашка, ах она бедняжка. И сказали утюги, мне Федоре не враги. Долго-долго целовала и ласкала она. Поливала, умывала, полоскала их она. Уж не буду я посуду обижать. Буду-буду я посуду и любить, и уважать. Ну, Федора, так и быть, рады мы тебя простить. И обнажились блюдца, дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля, и танцовки смеются, дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля. Она делает табуреточки, да напишет салфеточки, самовар сидит, словно жар горит, и пыхтит, и на бабу поглядывает. Я в Федорушку прощаюсь, сладким чаем угощаюсь. Кушай, кушай, Федора Егоровна! Thank you.
что же, пришло время благодарить. У нас большая просьба дать нам свет в зал, потому что благодарить мы будем наш золотой фонд, наших родителей. Школа хореографии сценических искусств, театр «Два крыла». Благодарить Чернышевича Елизавету Дмитриевну за плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм, поддержку и отзывчивость, с молитвой о вас и ваших близких. Филатовых Инну Михайловну и Дмитрия Витальевича. Костюк Ларису Александровну и Павла Евгеньевича. Чекун Елизавету Владимировну и Сергея Владимировича. Орлову Веронику Владимировну. Рыжову Татьяну Николаевну. Бойко Оксану Ярославовну. Кириллову Эльвиру Сулуну. Гладкову Дину Шамилевну. Калинину Юлию Сергеевну. Федору Екатерину Олеговну. Кузнецову Наталью Юрьевну. Дальше мы награждаем наших детей. У нас традиционно проходит два конкурса. В этом году четвертый рождественский конкурс самостоятельных хореографических постановок прошел. В нем приняли участие ученики 7 и 5 класса уже в этом году. Вот мы награждаем их за участие в конкурсе. Диплом вручается Орловой Анастасии. Вручается Рыжовой Анастасии. Вручается Сергеевой Елизавете. Вручается Шияновой Елизавете. Вручается Чунаевой Ксении. Вручается Костюк Евгении. Вручается Чекун Варваре. Вручается Иващенко Екатерине. Вручается Орловой Полине. Вручается Светинской Иоанне. Вручается Подгорунским Анастасии. И дипломы 4-го пасхального конкурса театральных постановок в номинации «Зрительские симпатии» за спектакль «Сказки» вручается Чернышевич Ольге. Вручается Иващенко Екатерине. Вручается Гладковой Ольге. Вручается Шин Мариам. Вручается Бойко Елене. Вручается Орловой Полине. Вручается Малюковой Пелагее. Вручается Подгорунских Анастасии. Приглашаем третий класс и небольшие сувенирчики для них вручим. Пожалуйста, шаг вперед, сделайте третий класс. Третий класс, вставайте на свое место. Мы приглашаем пятый класс.
что, дорогие наши зрители, одну секундочку. А сейчас мы хотим поблагодарить за ту грандиозную премьеру, которая у нас состоялась 8 мая, Ульяну Вячеславовну. У нас не было такой возможности это сделать. И теперь мы все в театре хотим сказать огромное спасибо и низкий поклон за то, что вы для нас сделали, за все это время, которое вы нам подарили, и за то чудо, которое произошло с нами в нашем театре. Низкий вам поклон, огромное спасибо. Прощаемся до следующего творческого сезона. Спасибо, Господи.